Друзья, всем привет, канал Нового Лада Тольятти, меня зовут Денис. Сегодня у нас новое поступление автомобиля Лада Гранта. И в кайфной комплектации я вам спешу ее, в принципе, показать, рассказать и озвучу стоимость на этот автомобиль. Лада Гранта в комплектации Club. Дорогие друзья, комплектация Club. Вот вам, пожалуйста, и антикризисный вариант, как говорится. Двигатель здесь 1.6, 90 лошадиных сил, цвет рислинг, серебристый металлик. Ах, диски клабовские, как здесь смотрится, посмотрите. Сегодня выгрузится еще один такой же автомобиль, только в цвете кориандр. Кому интересно, друзья, можете бронировать автомобиль. Контакты будут все в описании. То есть, либо вот этот рислинг, либо цвет кориандр, пожалуйста, они в наличии, бронируйте. Кому интересно, никакого дополнительного оборудования, только по желанию. По желанию, ничего не навязываем. Захотите, закажете, не захотите, можете приехать забрать вот так вот автомобиль, чисто новый товарный автомобиль, кому нужно. Значит, диски 15-дюймовые, клабовские, шина Pirelli, 185-55R15. Наружные зеркала, смотрите, окрашены в черный глянец с повторителем, сохранили стиль клаба. Ручки дверей и молдинги окрашены в цвет кузова. Сзади автомобиля стоит у нас Partronic, датчик парковки. И по салону давайте вам покажу. По салону здесь сиденья все так же, они клабовские, как и до антикризисного варианта, с надписью название комплектации. Штатная Audi система, кондиционер, обогрев лобового стекла, подогрев передних сидений. Два передних стеклоподъемника, электропривод и обогрев наружных зеркал. Друзья, обогрев лобового стекла, кондиционер, подогрев передних сидений, два стеклоподъемника. Все это есть в этом автомобиле. Диски, молдинги. В общем, вот такой автомобиль у нас в продажу поступил. Стоимость его 825. Кому будет интересно, дорогие друзья, пожалуйста, бронируйте. Контакты будут все в описании. И еще раз напомню. 825, никакого дополнительного оборудования. Захотели — поставили, не захотели — не поставили. Вот так. В наличии клаб. До новых встреч, друзья, контакты все в описании. Пока.